В минувшую среду Серовский районный суд уверенно упрятал в колонию одну местную даму. Несмотря на потенциально астрономическую сумму ее материнского капитала как матери восьмерых детей. Однако никто из них особо не осиротел из-за этого и не опечалился, скорее даже наоборот. Гражданка с восточной фамилией на букву «А», которой в этом году исполняется всего 29, свой большущий демографический вклад совершила с помощью неизвестного или неизвестных мужчин-отцов. Так что уютного семейного гнезда с восемью птенчиками, к сожалению, не сплелось. Семеро ее отпрысков, служба опеки во избежание голодомора, у матери изъяты и воспитываются в детских домах. Только самая младшая дочка оставалась с ней. И то, как выяснилось, это было ошибкой, которая едва не сказалась на ее физическом здоровье и наверняка очень сказалась на ментальном уровне. Выяснилось, что мать квазигероиня свою малышку регулярно била, и следствие доказало систематический характер действий с многократным или длительным причинением боли. В общем, налицо истязание. А раз речь идет о ребенке, то это статья 117, часть 2, срок лишения свободы от 3 до 7 лет, то есть это преступление уже из категории тяжких. Но надо заметить, что суд проявил гуманность и использовал карающую силу закона аккуратненько по минимуму, отправив мать восьмерых детей с восточной фамилией на букву «А» всего на 3 года в общережимную колонию, где соседки-каторжанки вряд ли восторженно ее встретят с такой-то статьей.